Дорогие друзья, сейчас на этой сцене появится человек, который начинал примерно в одно и то же время в Ленинградском рок-клубе вместе с Анатолием Вишняковым. Он достаточно скромный человек по своей натуре, но я могу сказать так, это действительно легенда русского рока, как в плане музицирования, создания всевозможных проектов, которые гремели по всей стране, так и в принципе, что касается собственного творчества. Рассказывать о нем можно долго, но вы услышите, если до этого не слышали, вы для себя откроете нового человека, и, честно говоря, даже мы вам немножко завидуем. Итак, дамы и господа, встречайте, человек-легенда питерской сцены Павел Чистяков. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер. С Новым годом и с Рождеством. Я с удовольствием выступаю здесь перед вами и благодарю Анатолия Вишнякова за приглашение и за доверие, которое он мне оказал. Ну что ж, давайте, как бы, все-таки что-то праздничное, да? Новогоднее.
Спасибо огромное. Всех с Новым годом. И с наступившим Рождеством.